Вчера я замочил горох и планирую сделать сегодня гороховый супчик или кашку. Ну, а послезавтра я хочу побаловать вас оладушками на соде. А там посмотрим. Итак, как говорится, взялся за гуш, не говори, что не дюж. Взялся делать видео про завтрак, делай его. Итак, сегодня мне повезло. Завтрак мне сделала любимая жена. Завтрак входит у меня овсянка. И туда была положена замороженная котлетка, срок хранения которой предусматривается целый год. Ну, я не знаю, что там будет за котлетка, но мы ее все равно съедим. Когда-то работали у нашего начальника на даче, и он меня научил есть котлетку куриную, залитую яичком. Очень вкусно. Но до этого я пока самостоятельно не дошел. На обед, я думаю, сварю горох. Я его замочил. Говорят, что его надо обливать кипятком, но я замочил его холодной водой. Посмотрим, что у меня получится. Что еще сказать? Чаек будет обязательно. Утро я вам показал. Сегодня было очень тяжелое утро. Кругом взрывы, кругом сирены. Но сейчас пока вроде бы тихо. И что я скажу? Всем здоровья и мирного неба. Такие мои пожелания. Ну а вам, Михаил Григорьевич, приятного аппетита. Ну, обязательно постскриптум. Бутерброд, я думаю, съем с сыром, который уже пропадает, но мы его выкидывать не собираемся. Берегите себя.